Всем привет. Вокруг меня, как всегда, бегает куча собак. Почему они меня так любят? В общем, я с женой на отдыхе возле моря. Погода супер балует просто. И решил записать одну очень важную тему. Потому что это действительно одна из самых важных тем, особенно для хардгейнера, для вообще для всех. Одна из ключевых тем, которая поможет постоянно прогрессировать. Но чтобы это понимать, нужно разобраться в чем? Правильно, в периодизации. Сегодняшняя тема — это периодизация тренинга. Существует, я хочу рассказать довольно быстро и надеюсь, это будет хорошо слышно, потому что сегодня небольшие волны, это есть шум, я понимаю, да? Ну, шум же хорошо влияет, море, на психику, поэтому, ребята, буду просто говорить громче. Значит, периодизация. Существует микро- и макро-периодизация в бодибилдинге. Я не использую макро-периодизацию, я использую только микро-периодизацию. Что это означает? Это означает, что вы строите свой тренинг на основе циклов, и они короткие. То есть, возможно, одна тренировка будет построена по одному принципу, да? Следующая тренировка будет построена по принципу уже периодизации, и вы будете тренировать, например, другие мышечные волокна. А расщепление тренировки по мышечным волокнам, я же думаю, вы знаете, да, что есть медленные мышечные волокна, быстрые мышечные волокна, да, которые, по которым можно расщеплять свой тренинг. И это и будет микропериодизация. Ну, например, что я имею в виду? Например, вы сегодня вторник, да? Вы тренируете, например, грудные мышцы на медленные мышечные волокна, например, в режиме 15-20 раз, 15-20 повторений, да? И таких 9 подходов. А следующая тренировка через 3 дня уже может быть у вас на быстрые мышечные волокна, на гликолитические. И тренироваться вы будете уже на 8-12 повторений. А между этими тренировками прошло всего лишь 4 дня. Вот это и есть микропериодизация. Так. Постараюсь рассказать базовые принципы. Как и что. Если мы говорим про медленные мышечные волокна, по которым я расщепляю тренировки, то такие тренировки на медленные мышечные волокна можно устраивать, например, на одну и ту же мышечную группу, например, раз в 3-4 дня. То есть каждые 3-4 дня вы можете тренировать себе одну и ту же группу на одни и те же мышечные волокна, одну и ту же группу мышц. Например, потренировать бицепс на 20 повторений, 15-20, он быстро восстановится через 3 дня. Я думаю, можете уже приступать 3-4 дня, можете приступать опять к такой же тренировке. Это если хотите, конечно, как вариант. А можете потренировать, например, его также на 10-15 повторений. И это будет тренировка на гликолитические мышечные волокна. Я хочу, чтобы сначала выяснить базу, да? То есть, если ты хардгейнер, вообще любой тип комплекции, но ты должен понимать, как много ты потребляешь энергии. Если ты тратишь очень много, а питаешься недостаточно хорошо, то ты не сможешь себе позволить тренироваться, например, часто. Тренироваться. Я когда-то тренировался 4 раза в неделю. 4 раза в неделю. И росла сила. Были хорошие результаты. Я в жиме вышел на 100 килограмм. Я весил сам 70 килограмм. Я в жиме вышел на 100 килограмм. В жиме лежа, приседания где-то 130. Становая тяга где-то 110. В принципе, скромные результаты, например, если для пауэрлифтера, да? Они разогреваются с таким весом. Но я весил 70 килограмм, для меня это был хороший результат. Но я не рос внешне. При таком тренинге, 4 раза в неделю, результаты росли, но я не рос. А почему? Ответ простой. Потому что у меня не хватало питательных веществ. Я при такой частоте тренировок, мне не хватало просто пищи, чтобы я начал расти, понимаете? Не тот был гормональный фон еще, это другая тема. Но, в принципе, если бы я хорошо питался, я должен был бы расти. А у меня вес постоянно стоял на одном и том же месте. В районе где-то 70 килограмм. Сейчас у меня 85.
Я набрал 15 килограмм за год. Просто когда понял, как правильно заниматься периодизацией и как это построить грамотно именно для своей комплекции. И я тренируюсь по 2 раза в неделю, не чаще. Я пробовал разные схемы, и вот именно когда 2 раза в неделю, я постоянно прогрессирую. То есть мне хватает 2 раз, понимаете, какая ситуация. И не нужно тренироваться чаще, если вы хардгейнер. Я рекомендую 2 раза, попробуйте. Это при том, что у меня работа довольно сидячая. Я веб-девелопер, веб-разработчик, делаю сайты. То есть это сидячая работа. Я ем где-то 3-4 раза в день, максимум 4. И мне хватает 2 тренировок в неделю, чтобы постоянно расти. Но как же все-таки ответ, как же все-таки заниматься микропериодизацией? Макропериодизация – это когда ты, например, 2 месяца тренируешься только на силу. То есть у тебя, например, в упражнениях большие веса, и ты приседаешь со штангой, например, на 3 раза, на 4 раза, до 6 раз. И так ты тренируешься каждую тренировку на протяжении, например, 2 месяцев. Это называется макропериодизация. Потом ты, например, следующие 2 месяца тренируешься на... или месяц тренируешься с легкими весами. С повторением количества, например, 20 раз или же 30 раз. Тем самым ты как бы отдыхаешь. Но эти тренировки, они тоже могут быть очень тяжелыми на 20 раз. Это называется макропериодизация. Потом у вас, например, идет период. Опять же, он может быть длительный, месяц, например. Вы набираете массу. То есть вы тренируетесь только на гликолитические мышечные волокна в режиме повторений 8-15. И вы весь месяц жрете очень много. Это касается питания, периодизации. Вы очень много едите. То есть ваш желудок начинает активно работать. И вы набираете массу целый месяц и тренируетесь на массу. Понимаете, о чем я говорю? Вот это макропериодизация. А я придумал, для себя разработал, это нигде не вычитанная схема, просто для себя вывел практическим путем схему следующую. Я не создаю себе тяжелые тренировки чаще, чем раз в 2 недели на 1 группу мышц. Что я имею в виду? Это означает, например, если у меня тренировка спины, вот сегодня у меня была тренировка спины, на отдыхе, я даже тренировался на отдыхе, 2 тренировки себе сделал, честное слово. Здесь, конечно, такое, столько жрачки, питание, по принципу, все включено, и, вы знаете, питаться можно нормально, и вы не обожретесь, не наберете жира или пуза, если вы просто будете тренироваться на отдыхе. Едите, что хотите, но тренируйтесь. Не будете тренироваться и будете жрать на отдыхе, приедете с пузом, несмотря на то, что вы хардгейнер. Так вот. Микропериодизация. Если я тренируюсь в режиме 8-15 раз на 1 группу, мышечную группу, например, на спину, как сегодня, это тяжелая тренировка, которую я планирую приведет к гиперкомпенсации, да? Это когда организм пытается нарастить дополнительную мышечную массу из-за того, что вы слишком сильно нагрузили, да, на тренировке, дали такой тип нагрузок, который вызвал рост. То есть вы тренировались до отказа на тренировке, вы доводили себя каждому упражнению до отказа, а я тренируюсь только так. Если натурально у тебя нет отказа, то организм и не получает стресса никакого. Если ты натурально тренируешься, ты обязан доводить мышцы до отказа. И каждый раз, только ты должен грамотно это делать, не... Это будет отдельная тема. Не слишком сильный отказ, но он должен быть. Тренируюсь в таким режиме, у меня нет никакой перетренированности, никогда еще не было. То есть 2 тренировок мне достаточно, чтобы постоянно прогрессировать. Итак, я сегодня потренировал спину на 8-15 раз. Доводил до отказа мышцы в каждом подходе. И теперь такую же тренировку я могу сделать только через 2 недели, не раньше. Потому что полное восстановление этих всех волокон, которые я повредил сегодня, будет происходить аж 2 недели. Примерно. 10-14 дней, все примерно, все индивидуально, смотря как я буду отдыхать, смотря как я буду питаться. Так как я на отдыхе, питаться я буду хорошо, скорее всего, становлюсь раньше. Но в то же время будет перелет, и перелет – это нагрузка на организм, поэтому 10-14 дней. Не нужно раньше начинать тренировать эту же мышечную группу, по крайней мере, в этом режиме.
ты можешь ее потренировать через неделю, спину опять, но уже ты должен тренировать ее на 20 раз, например, на 20-25 раз в подходе. То есть, например, 9 подходов по 20-25 раз. То есть это маленькие веса, соответственно, это может быть даже, например, 50% или даже 30% от вашего максимума. А когда мы тренируемся на 8-12, это в среднем где-то 70% от максимума, 70-80, может даже 65-80. То есть вот с таким весом от максимума вы должны себя довести до отказа в промежутке 20-30 секунд. Это тренировка на гликолитические мышечные волокна, на быстрые мышечные волокна. До отказа, как вот я сегодня делал на спину. Не раньше, чем через 2 недели я могу приступить к такой же тренировке. Вообще запомните правило такое. Если ткань плотная в организме, чем она более плотная, тем она дольше восстанавливается. Если это, например, такая плотная ткань, как связки, то связки восстанавливаются, сейчас внимательно, просто вдумайтесь, связки восстанавливаются 90 дней, до 90 дней. О чем это говорит? Что они постоянно травмируются, связки, и нужно беречь их. Если же вы об этом не думаете, ну, скажу так, если вы тренируетесь натурально, ваши связки, скорее всего, все равно успеют окрепнуть вместе с мышцами. Если не натурально, то, возможно, вы мышцы нарастите очень быстро, а связки не окрепнут. Они просто будут накапливать кучу травм. И рано или поздно будет серьезная травма самой мышцы. Может оторваться, например, полностью мышца оторваться, понимаете? Это очень серьезная вещь. Но, что я хочу, чтобы вы поняли, да? 90 дней восстановления связок, это, конечно, очень много. И нужно просто давать иногда организму отдыхать. Это тоже периодизация. Я имею в виду полный отдых. Например, это может быть неделя, это может быть две даже недели. Вообще вы не тренируетесь. И я вам обещаю, ваши мышцы никуда не денутся за 2 недели. Возможно, даже лучше станет все. Вы будете также хорошо питаться, и через 2 недели вы отдохнете и приступаете к тренировкам, и дальше продолжаете тренироваться. Это вы обязаны делать, такие отдыхи. Я так делаю где-то раз в 2-3 месяца. В основном где-то раз в 3 месяца я делаю 2 недели полного отдыха, чтобы восстановиться, чтобы прийти в норму, да? Так, что еще? Пришли какие-то мужики на причал. А так было классно, романтично. Один стоял, моя жена там где-то гуляет, загорает на пляже. Кстати, в ноябре сейчас на пляже, и знаете, это Турция, в ноябре нормальная погода. Я купался, 24 на улице, 22-26, вот такая температура. Температура воды около 20-19, то есть, знаете, что я моржую, но и мне может показаться, что типа мне везде будет тепло. Но моя жена даже купалась, она мерзлячка. В общем, погода здесь, конечно, классная. Это город Сиде, Турция. Очень рекомендую. И здесь классный зал, где я отдыхал. Тренажерный. И отдыхаю дальше. Завтра уже улетаем. Так, продолжаем тему периодизации. Да, что-то я в сторону отошел. По принципу мышечных волокон, вы сами, когда поймете, как они работают, вы сами поймете, как лучше периодизировать. Но опять же, я хочу, чтобы вы понимали, что все индивидуально. Но не нужно отдыхать слишком долго. Больше 2 недель, да? Или меньше, например, 10 дней. Потому что ваши мышцы не успеют восстановиться, вы их начнете опять нагружать. Это будет приводить к тому, что они будут слишком много воспалительных процессов будут в мышцах. Если вы начнете, запомните такой ориентир, если появляются насморки, если появляются простуды какие-то, вы вообще начинаете болеть, значит, у вас перетренированность. Значит, вы дали слишком большую нагрузку, и организм не смог ее перетравить. Вот не хватило витаминов, питательных веществ. Нагрузка пошла, восстановление неполноценное. То есть вы должны быть здоровеньки, не должно быть никаких простуд. Значит, все хорошо, все идет правильно. Но в то же время нельзя отдыхать дольше,
Потому что вы упустите момент, когда так называемая гиперкомпенсация, да, когда организм прирастил и готов получить новую нагрузку. Вот в этот момент нужно прийти в зал и потренироваться. И вес должен в зале вырасти на следующую тренировку. Хоть немного, но должен вырасти. Или вес, или подходы. Это критично важно. Особенно для натурального атлета. Да, я хочу сказать, что я не тренируюсь на силу вообще. Я не делаю тренировки на высокопороговые мышечные волокна, которые работают как раз на 1-3 раза, то есть это тренировка на силу. Такие тренировки пару лифтеров. Вот я этого не делаю. Я вообще не тренируюсь на этот тип мышечных волокон. Раньше это делал, сейчас не делаю. Я никогда не приседаю на 3 раза, на 1 раз, на 5 раз. Если я приседаю, то это уже минимум 7-8 раз. То есть получается, что я абсолютно не вставляю в свои тренировки этот тип мышечных волокон. Сейчас объясню, почему я так делаю. Я так делаю, потому что я считаю, что если вы не пауэрлифтер, то зачем вам это делать? Да, вот такая простая логика. Просто потому что все так делают. Ну вот, например, я так честен перед собой, да. Я считаю, если я, например, хардгейнер, если моя комплекция, вот длинные руки, да, длинные мышцы, я думаю, что в моем организме не так уж много вообще этих мышечных волокон, которые тренируются на силу. То есть я вряд ли был бы супер успешным пауэрлифтером, понимаете, какая мысль? Так зачем мне тогда тренировать этих мышечных волокон? Чтобы становиться сильнее? Так вы становитесь и так сильнее из-за того, что вы тренируетесь на 8-12 раз, не с такими максимальными весами. Ваши мышцы растут, они становятся сильнее. Это физиология, не может быть по-другому. Так зачем же тренировать тогда эти мышечные волокна, если их мало в организме? И эти упражнения все травмоопасны. Большинство травм происходит как раз, когда ты делаешь работу с максимальным весом. То есть я со своей периодизацией выключил упражнения на 1-3 раза. У меня просто этого нет абсолютно. И я вырос на 15 килограмм и продолжаю расти. Все индивидуально. Возможно, другому человеку нужно делать эти мышечные волокна, тренироваться на 1-3 раза. Вот если вы от природы такой коренастый, большой, крупный, скорее всего, это ваше. Но и нужно включать это в тренировку. Ну, я это убрал полностью. Думаю, для моей комплекции, если вы на меня похожи, то вам это тоже абсолютно не нужно. Итак, основные вещи, которые я хотел сказать, я, в принципе, рассказал. То есть, что вы должны вынести? Если вы тренируетесь на гликолитическое мышечное волокно на 8-12 раз, вы тренируетесь где-то раз в 2 недели, так вы и строите свои тренировки. Просто ставите эту тренировку раз в 2 недели. Если вы тренируетесь на окислительные мышечные волокна, на так называемые медленные мышечные волокна, вы можете их тренировать даже раз, например, раз в неделю. Тренируйте их раз в неделю, отличный выбор. Силовые тренировки я убираю полностью. Вот и я так и чередую тренировки. Если я тренирую сегодня грудные, я знаю, что через 2 недели я приду к ним обратно. Если это ноги, делаю то же самое. Это только первая часть, наверное, тема микропериодизации. Я думаю, что будет еще видео. Скорее всего, я расскажу больше о типах мышечных волокон, да, и там же будет видео, наверное, про отказы, чтобы лучше это понимать. Но основные принципы и идеи я вам дал. То есть вы можете составить свой тренинг очень грамотно. И я предлагаю, основная идея, чтобы просто вы уловили вывод, да, чередовать свои тренировки и каждой мышечной группе давать отдыхать минимум 2 недели. А между этим можете вставить тренировку на медленные мышечные волокна, так называемый памперинг, да, его еще называют. Заниматься. Это будет легкая тренировка, и вы будете как будто бы отдыхать между вот этими двумя тяжелыми тренировками. И это круто работает. Это позволяет реально постоянно прогрессировать. То есть так можно тренироваться круглый год. Не нужно заниматься макропериодизациями. Вы просто постоянно циклически периодизируетесь. Вы постоянно отдыхаете. Тяжелая тренировка, легкая. Тяжелая тренировка, легкая тренировка. На любую мышечную группу. Спина. Спину потренировали тяжело, следующая легко. Тяжело, следующая легко. И таким образом на каждую группу. Бицепс то же самое. Бицепс раз в 2 недели, его чаще не нужно тренировать. Пресс. Пресс я не считаю, пресс я вообще не тренирую.
по крайней мере, не тренировал последний год, наверное, пресс. Ну, в принципе, пресс можно вставлять каждую тренировку и не заниматься его периодизацией. Тут уже как хотите, по вашему желанию. Все. Спасибо, что посмотрели видео. Надеюсь, это было вам полезно. Впереди еще очень много крутого. Подписывайтесь на меня. Удачи!